В Центральной медико-санитарной части состоялась рабочая встреча главного врача Марины Шеметовой с молодыми специалистами, которые совсем недавно влились в коллектив. Павел Берсенев расскажет подробнее. Многие выпускники медицинских вузов и колледжей стремятся попасть именно в центральную медико-санитарную часть. Пополнение происходит ежегодно. Работать в медсанчасти престижно. К тому же вновь прибывшим докторам предоставляется служебное жилье или место в комфортном общежитии. Медицинскую часть, нашу центральную, пополнили 12 молодых врачей-специалистов по таким направлениям, как эндоскопия, акушерство и гинекология, травматология, ортопедия, хирургия, оториноларингология, кардиология. На 2016 год у нас заключено 9 договоров с молодыми специалистами высших учебных заведений. Андрей Шамов, врач-травматолог-ортопед, официально пополнил коллектив медсанчасти 1 сентября. Сам он родом из Нальчика. Высшее образование получил в Челябинске, в Южно-Уральском государственном медицинском университете. В Челябинской больнице он и начал свой трудовой путь. Перебравшись в город металлургов, был удивлен высочайшим уровнем медико-санитарной части. Скажем так, эндопротезирование суставов коленного, тазобедренного впервые увидел здесь. Огромный опыт получаю, мастера высочайшего класса врачи. Самое главное, что своим богатым опытом врачи охотно делятся с молодыми специалистами. Так сложилась исторически. Преемственность – отличительная черта медико-санитарной части. Пока здесь есть наши прекрасные доктора, которые делятся и отдают вам это, пожалуйста, берите, насыщайтесь, черпайте и становитесь профессионалами. Павел Берсенев, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН.